Москва призывает Германию предоставлять информацию по делу 13-летней Лизы, русскоязычной девочки, которая на несколько дней исчезла в Берлине и, как считают ее родители, подверглась жестокому нападению со стороны людей, похожих на мигрантов. Как заявил сегодня глава российского МИДа, раскрытие данных позволило бы избежать недопонимания между сторонами. В первые дни немецкая полиция не предпринимала активных действий для поиска преступников. Российская сторона, по словам Лаврова, узнала об инциденте сначала от русскоязычной общины, потом от семьи Лизы, но никак не по официальным каналам. Мы не вмешиваемся в это из-за других государств. Комментировать ситуацию, связанную с правами человека, никто никогда не рассматривал в качестве вмешательства внутренних дел. И наши германские друзья регулярно, значительно чаще, чем мы, комментируют различные аспекты внутренней жизни Российской Федерации, причем не только в сфере прав человека, но и в других областях. Поскольку речь идет о гражданке Российской Федерации, мы вправе не просто ждать, когда расследование завершится. Мы должны по всем нормам, которые в цивилизованном мире существуют, быть проинформированы о том или ином инциденте, который происходит с гражданами Российской Федерации, чего в данном случае не было сделано своевременно. Именно поэтому возникли различные толкования этой ситуации.